Дорогие друзья, приветствую вас. Ну, раз мы вот так вот устраиваем прогулочку по утреннему Тбилиси, то давайте гулять так гулять. Находимся на проспекте Пекина, район Сабуртало. Еще рано, начало 9-го. Ну, Сабуртало, Ваке – это районы, которые любят поспать. И здесь жизнь начинает кипеть уже после 9 относительно, в отличие, скажем, от района Нафтлуги, района, прилегающего к вокзальной, где все уже кипит, особенно летом с 5 утра. Вот сейчас на вокзальной, которая отсюда недалеко, в принципе, уже все забито. И не поставить, не припарковаться. Но здесь еще, вот вы видите, все свободно. И движение еще не такое активное, хотя это ничего не значит. Через какое-то время, через, наверное, минут 40, автомобильный трафик вырастет в разы. И будет очень сложно передвигаться по центру города. Вот, наконец, загорелся зеленый свет, мы можем поехать. Это такая широкая, большая улица, проспект. Машины направляются в сторону площади Героев, только вот выделенная линия есть для общественного транспорта, для автобусов и маршрутных такси. Вот здесь станция метро Технический университет. Много хороших магазинчиков, поэтому горожане любят гулять, делать покупки. Магазинчики объявляют периодически сейлики. Ну вот как раз вот магазин, 50% скидка. Вот, ну уже на летнюю одежду скидка, потому что кому нужно было, уже к лету отоварился. Скоро уже будут готовиться, наверное, к зимнему сезону. Вот первый корпус Тбилисского технического университета. Вот здесь уже, вот видите, машин становится чуточку больше, но это еще не предел. Сейчас подъезжаем к телевидению. Я здесь с вами попрощаюсь. До новых встреч, дорогие друзья, в наших прогулках и телевизионных видеоэкскурсиях. Всего доброго.